Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Юлдашева Драгомбердыевна, ассистент кафедры общей практики семейной медицины факультета последипломного образования Самаркандского государственного медицинского института. Сегодняшняя наша тема называется «Различные виды недержания мочи, диагностика, тактика на амбулаторном этапе». Как вы знаете, недержание мочи – это непроизвольное мочеспускание. Существует несколько типов недержания. Недержание у мужчин, недержание мочи у женщин, у пожилых людей и детей. То есть они, как вы знаете, разные виды недержания мочи встречаются с разной частотой среди мужчин и женщин. Основными особенностями возникновения гиперактивного мочевого пузыря и недержания мочи является у женщин. Это гиперактивный мочевой пузырь обычно сопровождается недержанием мочи чаще днем. Чаще всего это наблюдается в период менопаузы и преклонного возраста. И необходимо четко диагностировать стрессовые, императивные недержания мочи. Часто причина гиперактивность мочевого пузыря и недержание мочи установить сложно. Одной из наиболее распространенных существующих проблем – это хронические циститы. В этом слайде вы видите диаграмму у мужчин и у женщин. Какие могут быть причины? То есть, возможно, причины недержания мочи – это может расщепление позвоночника, пролаз мочеполовой системы, запор или сужение мочеспускательного канала, гиперактивный мочевой пузырь, может инфекция мочеводелительного тракта, может камни, может там болезнь Альцгеймера, инсульт, или там усилие родов, диабет и так далее. То есть могут быть разные причины именно недержания мочи. Недержание мочи у взрослых. Вы знаете, что произвольное истечение мочи играет роль патологическая, может быть она анатомическая, а может быть физиологическими факторами. Типы недержания мочи – это транзиторное недержание, стрессовое недержание, неудержание мочи, недержание переполнения, смешанное недержание, то есть здесь может быть стрессовое, плюс еще неудерживание мочи. Неудерживание мочи и функциональное недержание. Транзиторное, если посмотреть недержание мочи, транзиторное – это временное состояние, которое может быть обратимым и возникает при определенных состояниях. Например, делирия, гипоксия, инфекция мочевого тракта, атрофический уретрит, может глюкозурия, а может застойная сердечная недостаточность, или ограничение подвижности, а может депрессия, или может задержка стула. То есть они считаются как транзиторными недержаниями мочи. Стрессовое недержание мочи – это истечение мочи при состоянии, сопровождающемся повышением внутрибрюшного давления. Может быть, человек покашлял, то есть после кашля может быть, или во время кашля, чихание, смех, бег, или там подъем тяжести, натуживание. То есть они все входят в стрессовое недержание мочи. То есть основные причины – это у женщин слабость мышц промежности, а у мужчин это переполнение, может, она обусловлена патологией детрузора при следующих состояниях. Это заболевание простаты, это предстательная железа, там может обструкция. То есть доброкачественная гиперплазия предстательной железы. А может стриктура уретры, или там неврологическая, или идиопатическая недостаточная уретры. А иногда бывает избыточная масса тела, беременность, особенно крупным плодом, если беременность протекает, частые роды, тяжелая физическая работа, то есть подъем тяжести, человек, когда поднимает тяжесть, он как-то натуживается, в это время может быть непроизвольное мочеспускание, да? Патологии соединительной ткани, бронхиальная астма. Иногда бывает прием препаратов, некоторые препараты, которые расслабляют сфинктер уретры. Это
Есть еще неудерживание мочи у взрослых. Неудерживание мочи – это неспособность отстрочить мочи спускаем при внезапном желании помочиться. Это обусловлено гиперактивность мочевого пузыря. То есть здесь нестабильность или же гиперактивность детрузора и его гиперчувствительность. Возникает при дисфункции мочевого пузыря, здесь возникает внезапно именно потребность к опорожнению мочевого пузыря. Истечение мочи наступает прежде, чем пациент достигнет туалета. То есть он не доходит до туалета, уже моча истек. Неудерживание мочи, какие могут быть причины? Это проблемы нижних отделов мочевых путей, это рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, циститы могут быть, карциномы мочевого пузыря, ранее проведенная хирургическая операция может быть на мочевом пузыре, может атрофические уретриты или там вагиниты. Могут быть еще причинами неудерживания мочи, это заболевание центральной нервной системы. Может человек в это время заболел инсультом, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, прием лекарств, может диуретики или нейролептики, и может снотворные препараты. Под действием этих препаратов может быть у пациентов неудерживание мочи. Есть у нас еще понятие такое смешанное недержание мочи. Это комбинация стрессового недержания и неудерживания. У лиц, которые находятся под наблюдением в домах престарелых, в приютах, недержание мочи может быть вызвано ишемией мозга или же деменцией. Парадоксальная ишемия может возникнуть после хирургических вмешательств. Еще есть у нас такое понятие, что это функциональное недержание мочи может быть вследствие деменции и заболевания костно-мышечной системы. Недержание мочи – это обусловлено переполнением вследствие перерастяжения мочевого пузыря, неспособности детрузора к сокращению, обусловлено приемом лекарств, или может быть запорами, или неврологическими проблемами, а может у пациента диабетической нейропатии, или может у него идет поражение спинного мозга. Иногда может быть причиной недержания мочи именно переполнением. Это обструкция мочевыведения, это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак простаты, цистоцель, может быть у женщин пролапс матки. Какая клиническая характеристика? Как вы знаете, старше 60 лет, у лиц старше 60 лет, может она встречаться 15-30%. Женщины два раза чаще у них встречается недержание мочи. Менее 50% лиц с недержанием мочи обращаются только к врачу. Сопутствующие симптомы. Симптомы делятся они как раздражение или обструкция сочетается с развитием пролежных, особенно у лежачих больных. И наиболее частый тип это может быть стрессовое недержание мочи. При сборе анамнеза мы на что должны обратить внимание? То есть это проблема, когда началась, характеристика, может там стрессовые, может неотложное подтекание, количество теряя мочи, частоты мочеспускания, симптомы инфекции может, мочевых путей, может там дизурические нарушения, учащенное мочеспускание, гематурия, боль и так далее. Изменения в характере стула и сексуальной жизни. При сборе анамнеза мы должны обязательно спросить. Выясните ментальный статус. Надо обратить внимание, есть ли у пациента депрессия, может она страдает депрессией, нарушение двигательной сферы, предыдущее лечение недержания мочи, может она какие-то препараты до этого принимала, использует ли прокладки, тампоны или другие защитные средства, анамнез прошлой жизни и прием лекарств, то есть какие лекарства они принимают. Во время осмотра мы должны полный осмотр живота провести, то есть пальпация всех отделов, включая бимануальную пальпацию почек. Во время осмотра мужчин, половых органов, включая крайнюю плоть, половой член и кожу промежности, обязательно мы должны обратить внимание во время осмотра половых органов у мужчин. У женщин во время влагалищного осмотра мы должны различить объемное образование, тонус мышц влагалища, может у нее ректоцели, может цистоцели. Во время осмотра, влагалищного осмотра, мы должны еще обратить внимание
если мы делаем перкуссию мочевого пузыря, если осталась ли остаточная моча в мочевом пузыре. Вот на это мы должны обратить внимание. Или же пальпация через переднюю брюшную стенку. Еще мы должны провести осмотр ректальный. То есть в это время должны мы обратить внимание на тонус сфинктера, на объемное образование, застой мочеполовых масс. Может у пациента доброкачественная гиперплазия простаты, размер простаты, характер мы обязательно должны обратить внимание. И во время неврологического осмотра мы должны обратить внимание на костно-мышечную систему, оценка остаточной мочи в мочевом пузыре после мочеспускания. Попросите, в это время мы должны попросить пациента сходить в туалет, потом ввести катетер и выпустить мочу. Если объем остаточной мочи менее 50 мл, мочевой пузырь опорожнен адекватно. Если более 200 мл, то это считается неадекватно. Между 50 мл и 200 мл это сомнительный результат, а для этого необходимо повторить тест. Какие еще есть у нас дополнительные тесты? У женщин, если мы будем проводить, эти тесты, дополнительные тесты проводятся у женщин и у мужчин. Мы просим женщину сесть над судном и начать мочеспускание. Затем в момент мочеспускания мы просим остановить мочеспускание. В норме женщина должна в течение 2 секунд остановиться. При нарушении функции сфинктера или же слабости женщина в это время не может остановить этот процесс. Если мы проверяем этот тест у мужчин, мы просим показать процесс мочеспускания и наблюдаем за симптомами обструкции. Если у нее может затрудненное начало, может у нее есть вялые струи мочи, может приступы мочеспускания. То есть мы должны обратить на вот эти моменты. Еще есть провокационный тест у женщин. Просит пациентку расслабиться и затем покашлять со всей силы, смотря на количество выделенной мочи. Еще есть у нас дополнительный тест, это тест Маршалла. Просит пациентку прийти с полным мочевым пузырем. Во время влагалищного осмотра просят женщину натужиться или покашлять, если врач может остановить стрессовое мочеспускание, приподнимая и поддерживая переднюю стенку влагалища. Тест считается положительным. Это означает, что причина анатомического характера. Теперь мы должны с вами посмотреть, какие диагностические исследования проводятся и тактика ведения таких пациентов. В обязательном порядке мы должны пациенту сдать общий анализ мочи. В этом анализе мы должны обратить внимание на гематурию, на пиурию и на белок. Дальше. Посев мочи. При подозрении на сахарный диабет обязательно пациент должен сдать кровь на сахар. При наличии гематурии и подозрения на малигнизацию, консультация, мы должны направиться к урологу и цитологическое исследование мочи. Надо сдать пациенту цитологическое исследование мочи. Какие советы мы даем пациентам? Мочеспускание по расписанию каждые 2-3 часа. Тренировка мышц мочевого пузыря, влагалища и промежности. То есть у нас есть упражнение Кегеля. По 10 секунд от 30 до 80 раз в день, в течение не менее 6 недель, должен делать вот эти упражнения. Советы по борьбе с запорами, то есть в рацион питания побольше клетчатки. Оснащение туалета для вспоможения, может там ручки, удобный унитаз, освещение должно быть. Средства, чтобы быстрее достичь туалета, пациенту может там предоставить коляску, рама для ходьбы, может двойное опорожнение мочевого пузыря, повторное опорожнение через 3 минуты после первого. То есть мы должны вот эти дать пациентам эти же советы. Медикаментозная терапия. При неудерживании мочи мы должны рекомендовать антихолинергические препараты, которые не расслабляют гладкую мускулатуру. То есть этот препарат оксибутин или же второе название ее дриптан. Назначаем с полдозы, то есть 2,5 мг
Потом мы постепенно до 5 мы ее доводим. В день 3-4 раза. То есть этот препарат считается первой линией при гиперактивном мочевом пузыре. Стрессовое недержание мочи, эстрогеном терапии, эстрогены 0,3, 1,25 мг в сутки ПРОС должна принимать женщина. Или же эстрогены во влагалище. Прогестины 2,5 до 10 мг в сутки, постоянные или же прерывистыми курсами. И трициклический антидепрессант, имипрамин от 10 мг до 25 мг в день 2-4 раза мы должны рекомендовать. Следующая наша тема – боль в мошонке. Самая частая причина боли в мошонке у детей – это перекрут яичка. Перекрут яичка встречается также у мужчин моложе 25 лет. Боль при болезнях яичек может иррадировать живот. При рвоте и сильной боли в паховой области у мальчиков и молодых мужчин исключить обязательно это перекрут яичка. Какие обследования должны провести у больных при боли в мошонке? Обязательно анамнез. Мы должны во время сбора анамнеза выяснить, была ли травма мошонки, имеются ли какие-то факторы, предрасполагающие к заболеваниям яичка, не было ли рези при мочеспускании, выделении из мочеспускательного канала. Обязательно мы должны установить, были ли повреждения промежности, отмечались ли увеличение мошонки или яичка в прошлом. То есть, когда мы задаем вопросы, каждый вопрос должен что-то исключать у пациента. Физикальное исследование проводится в положении стоя или же лежа. Осматривает и пальпирует мошонку. Исследует поверхностные паховые кольца и подкожные кольца бедренного канала с обоих сторон, семенные канатики, яички и их придатки. Если есть какой-то болезненность при пальпации яичка, если вы обнаружили, то осторожно приподнимают и отмечают изменение характера боли. Мы должны при физикальном исследовании обратить на эти моменты. Лабораторно-инструментальные исследования в обязательном порядке, общий анализ мочи. Анализ мочи, посев мочи мы должны сделать, иммуноферментный и иммунофлюоресцентный анализ для определения хламидии, то есть хламидийной инфекции. И обязательно УЗИ. Эпидидимит. Эпидидимит – это воспаление придатки яичка. Может возникать как изолированно, так и в сочетании с воспалением яичка. Орхоэпидидимит. По классификации различают неспецифические и специфические эпидидимиты. Неспецифическим эпидидимитам относятся это инфекционные. Инфекционные – это может там бактериальные или вирусные, может быть микоплазменные, может хламидийные инфекции. Некротическо-инфекционный перекрут и некроз гидадита, неполный перекрут яичка или гранулематозные, травматические и застойные. То есть они входят не специфическим эпидидимитом, а специфическим эпидидимитом они делятся на гонорейные, трихомонадные и туберкулезные. Клиника. Какие же все-таки есть факторы риска? Это уретрит, простатит, упорные запоры, геморрой и травма мошонки. При остром течении клиники эпидидимита, она возникает внезапно, то есть боль возникает именно в яичке внезапно. Придаток во время осмотра мы видим, придаток увеличен, напряжен, резко болезненный. При абсцидировании определяется очаг размещения и, конечно, повышение температуры тела до 40 градусов. А при хроническом течении непостоянные ноющие боли в яичке, усилившиеся при физической нагрузке, придаток умеренно увеличен, незначительно болезнен. В общем, анализы крови, лейкоцитоз, сдвиг влево и увеличение сои. В общем, анализы мочи, значит, здесь в большом количестве лейкоциты, эритроциты и бактерии, то есть истинная бактериурия отмечается. При таких случаях тактика ведения. При остром эпидидимите
мы должны посоветовать постельный режим при инфекции этиотропной терапии. Если при хламидиозном эпидидимите, то тогда мы в обязательном порядке должны назначить доксициклин по 100 мг, то есть по одной капсуле 2 раза в сутки, или же по 500 мг 4 раза в сутки внутрь в течение 10 дней. При бактериальном эпидидимите бисептол по одной таблетке 2 раза в сутки, или же ципрофлоксацин по 500 мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней. При подозрении на сепсис, то тогда цифтраксон по 1-2 грамма каждые 24 часа, или внутривенно, или внутримышечно, или же гентамицин по 2 грамма на килограмм, затем по 1 миллиграмм на килограмм внутримышечно или же внутривенно каждые 8 часов. Для снятия боли можно назначить НПВС, то есть напроксен или же ибупрофен или парацетамол. При хроническом эпидидимите вы знаете, что антибактериальная терапия – это длительная антибиотикотерапия, должны получать пациенты. Варикоцелия – это варикоз вен лозовидного сплетения. Встречается 8%, у 8% мужчин, 98% случаев наблюдается слева и обусловлено нарушением оттока крови по левой почечной вене. Варикоцелия часто сопровождается, как вы знаете, бесплодием. Оно протекает бессимптомно, иногда наблюдается тянущая боль в мошонке. Лечение оперативное, перевязка яичковой вены. Если взять всех мужчин, имеющих бесплодие, то варикоцелию можно выявить у 40% из них. Варикоцелия возникает в результате комплекса анатомических и физиологических предпосылок, следственно различает идиопатическое, связанное с недостаточной венозной системой, и симпатическое. Причины варикоцелии – это ретроградный ток крови по семенной вене от почечной вены, вена грозевидного сплетения семенного канатика. И 90-95% больных наблюдается слева. И это связано с тем, что левая семенная вена длиннее правой и впадает в левую почечную вену, а правая семенная вена короче впадает в нижнюю полую вену, как в этом слайде в рисунке указано. Развитие варикоцелии предрасполагает выпадение семенной вены в почечную вену углом 90 градусов, так как справа семенная вена падает в нижнюю полой вены острым углом. При порогах развития у 10% мужчин, когда правая яичковая вена впадает в правую почечную вену, идиопатическая варикоцелия может наблюдаться и справа. Факторы бесплодия при варикоцелии – это повышение тестикулярной температуры до температуры тела, венозный застой, гипоксемия, лимфостаз в яичке на стороне поражения, воздействие на сперматогены, эпителий гормонов и ферментов почки и надпочечников. Поражение контралатерального яичка вследствие неадекватной сосудистой реакции. Диагностика. Заболевание ставится на основании пальпаторного исследования органов мошонки, диафаноскопия, УЗИ, доплерографии. При доплерском УЗИ оценить кровоток и давление в почечной вене, а также особенность кровотока и размер вен в мошонке. Для дифференцирования идиопатического и симптоматического варикоцелии необходимо проводить исследования в вертикальном и горизонтальном положении больного. При симптоматическом варикоцелии расширение вен семенного канатика сохраняется как в клиностазе, так и в ортостазе. Варикоцелии необходимо дифференцировать с фуникулитом, эпидидимитом, кистой семенного канатика и опухолью семенного канатика и придатка. Лечение. Как мы сказали, лечение оперативное. Если пациент жалуется на наличие боли в области яичка, или же там мужское бесплодие и эстетический дефект в области мошонки, то есть в этих случаях требуется оперативное вмешательство. Вместе с тем, многие специалисты все равно считают, что у детей, у подростков для профилактики потенциального бесплодия операцию при варикоцелии следует делать в любом случае. То есть все равно
оперативное вмешательство. Фимоз – это сужение отверстия крайней плоти, при котором невозможно обнажить головку полового члена. Фимоз бывает врожденным и приобретенным. Приобретенный фимоз может быть временным, а если временным, то при остром баланопастите. И стойким – это при хроническом баланопастите с рубцовыми изменениями. Лечение при временном фимозе, вызванном острым баланопаститом, применяют кортикостероидные мази, а если фимоз, рубцовый фимоз, то тогда показана циркумцизия. В этом слайде до и после фимоза видите. Парафимоз – это ущемление головки полового члена узкой крайней плоти. Обычно встречается в возрасте 6-12 лет. Сопутствует фимозу, возникает при эрекции или после катетеризации мочевого пузыря. Наблюдается отек головки полового члена, сильная боль. Сместить обратно крайнюю плоть не удается. Необходимо срочно вправление головки полового члена, которое обычно производится без анестезии. В этом слайде вы видите парафимоз, виды парафимоза. Лечение. Имеется здесь три метода. Первый метод – это уменьшение отека головки полового члена на несколько минут, осторожно зажимать, а затем надавливая большим пальцем на головку указательными пальцами и смещает крайнюю плоть. Это первый метод. Второй метод – головку полового члена оборачивает марлевой салфеткой или же полотенцем, захватывает в кулак и сжимает, когда головка уменьшится, в размерах смещает крайнюю плоть. Третий метод – под местным или же общим обезболиванием ущемляющее кольцо рассекает по дорсальной поверхности. После операции отек спадает и крайняя плоть свободно натягивается на головку полового члена. То есть лечение парафимоза можно лечить с тремя методами. Баланит. Баланит – это воспаление головки полового члена. Он сочетается с воспалением внутреннего листка крайней плоти, то есть баланопастит. Наиболее часто возбудитель – это кандида альбиканс. Первое проявление покраснения, жжение в области головки полового члена и крайней плоти. При баланопастите исключает сахарный диабет и, конечно же, синдром Рейтера. В этом слайде видите баланит и баланопастит. Классификация баланопастита по происхождению возбудителей. Там грибковый баланопастит, бактериальный баланопастит, травматический баланопастит и баланопастит зоба. Микроэлементный баланопастит. По классификации баланопаститы делится на острую форму и хроническую форму. Острая форма – это простая, эрозийная, гангренозная. Хроническая форма – это индуративное или сморщивание, или же язвенно-гипертрофическим. Лечение. Посев отделяемой головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти. Обязательно надо взять посев. Тщательный туалет головки полового члена и крайней плоти. И антимикробной терапии при грибковой инфекции. Местная нистатиновая или миконазоловая, или же клотримазолевая мазь. При трихомонозе, то тогда метронидазол или же тиндазол внутрь. При бактериальной инфекции хлорамфеникол или же хлортетрациклин в мазе. При рецидивирующем баланопастите циркумцизия.